Сегодня день военно-морского флота. В общем, отмечаю. Такая я отмечаю. Кушаю. Посмотрим. Загружаю видео. Я здесь такая ходила гулять. Гулять на территории кооператива «Марина» сегодня. Загружаю я это видео на мою страницу. В общем, сейчас я вам это видео буду показывать. А так, Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9В, РМ-24. Что я хочу сказать? Вы знаете, я хочу сказать, что однажды в Америке, в магазине Big Y, сейчас я накрашу губы, я встретила фигуристку. Фигуристку, а сейчас я вам скажу. Фигуристку с дочкой. Она такая небольшого роста, я не буду называть ни фамилии. Фамилию я вам называть не буду, просто даже это не к столу. Знаете, ну... По-моему, это была вот эта фигуристка. И, конечно, если все вот так вот, это было давно, я даже не знаю. Конечно, знаете, по обычной жизни я бы сказала, что, конечно, она меня не знает. Но я-то вот она, то я, по-моему, за ней стояла в очереди, в кассу. Так смотрю, знакомое лицо, потом там же фигуристы рядом. Фигуристы, в общем, как тренируются, живут. Ну, вы понимаете, небольшая вот этого роста. Ну, скорее всего, помните такое происшествие? В общем, катались, упал и нет. Ну, вы поняли, да? Так что я так понимаю, что если я не ошиблась, ей лучше меня вспомнить. Вы понимаете, да? И другому мужчине. Мы с ним ходили в сигарный клуб. Перри, этот мужчина, там еще что-то в сигарный клуб. Потом мы в ресторан ходили. Этот мужчина мне сказал так. Вот, кстати, вот этому мужчина, вы меня должны вспомнить в первую очередь и бежать. Бежать и говорить, что вы меня знаете. Вы меня поняли, да? Я просто хочу вам сообщить, что я меняю мое имя, отчество и фамилия. Я Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Так вот, этот мужчина сказал так. Я так понимаю, что у него жена и там несколько детей. Он сказал так. Вы знаете, говорит, когда мы летаем в отпуск, мы летаем на разных самолетах. Я вообще так удивилась. Тоже, наверное, не к столу. Он говорит, на разных самолетах. Ну, вы понимаете, да? Чтобы, в общем, дети, то есть, если мало ли что, понимаете, а еще даже он сказал, что даже кого-то там нашли, мало ли что, а наши дети. Ну, вы меня поняли, да? Они летают на разных самолетах, чтобы вот, в общем, вы, наверное, меня поняли, я уж не буду вам прямым текстом говорить, это вот эти вот страхи и так далее, и ему лучше меня вспомнить прямо сейчас и бежать, понимаете, бежать. Так что вот такие вот дела. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Тогда я даже как бы, в общем, я бы даже ничего не поняла. Просто понимаете, ваши страхи, я уже заколебалась от ваших страхов, вы понимаете, да? Вам лучше меня вспомнить, бежать и говорить, что вы меня знаете. Это вот она, я ее знаю. Вот, так что вот. Так что это я вот загружаю вам видео себя крупные фотографии. Так что вот. Я просто вспоминаю, с каким огромным количеством людей, вообще, какое огромное количество людей я там видела, в ресторанах и так далее, общались там, ходили, в общем, вы понимаете, да? Просто вспоминаю то количество людей, которые я знаю. Я так понимаю, что они меня тоже знают. Хотя я написала вот этому адвокату, который был адвокатом при разводе с моим бывшим мужем по-ридански, написала ему письмо, чтобы он как-то вот этому Перри передал. Он мне даже не ответил. Не ответил, все. То есть я так понимаю, что эти люди как-то, они, понимаете, наверное, они делают вид, что они меня не знают. То есть мы им поможем вспомнить. Мы им поможем вспомнить, я так понимаю, да? Вот, я меняю мое имя, отчество и фамилия. Они меня знали как Татьяна Александрова, Татьяна Дански. В общем, а сейчас я Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Так что вот, а я так кушаю. Я кушаю в моем мейлинге. Так что вот такие вот дела.